Вот зашел, блин, моя тема. Парень продает, блин, такая вещь, блядь. Вот топорик офигенный. И главное, ударистый. Получше всяких этих, блин. Блин, вот это. ХС. Офигенно, блин. Чтоб потом, блин. Вот эта вещь тоже классная, блин. Вот тебе лучше всякого топора, блин. По весу. Ходил я, блин, в поход с таким. Так металл херовый был. Вещь, блин. Блин, классный. Да, видел. Но в интернете, блин, такую туфту, это хоть 95-й сталь, блядь, а там такую херню продают. Блин, хоть исполнение хорошее. Раскладушки, кидушки, блин, всякие. Шикарно. У меня есть маленькая. Белка. Метательные, блин. Моя тема. Без оборотку тоже классно кидать. Приловчиться. Вот, блин, без оборотки хорошо пойдет, блин. И вес нормальный. Центровочка. Ну, один брать смысла нет. Это я видел в интернете, но металл другой. Вот. Разборочка. Класс, блин. Все как положено. Да, лимиты соответствуют, толщина главная. О, да, дальнобойный. 3000. Металловка. Есть вот поменьше вариант, такой вот 2,5. Блять, вот металл офигенно. Четверка почти. 3,8. Х12. Смотрите, как можно оплатить? Первым покупать все решки дела. Блять, вот этот ножичек мне нравится. Ручная работа. Ну, понятное дело, что ручная. Пятерка. Пятерка, хват офигенный, блин. Насажен. Вот уже холодняк. Ну, на поезде. Нормально. Дают сертификаты, говорит. Тонкими вот слоями вещи, так нужно на вес, тоже очень удобно. Паша Баранов. Бля, смотри, сплошной с накладкой, я такие ножи обожаю, блин. Прочные, еще сзади стеклобойник что-то был. Смотри, последняя модель, кстати. На выбор. Или наших повар большого Стаса, такие уже поменьше. Блин, прикольно, да. И металл хороший. Это не Китай, грёбаный этот. Хотя у них кое-что попадает нормальное. Финка НКВД, да? Направо. Это разновидности. НР-40, вот он. Вот оно. 40-й НР-40. Все как положено. Только резьба шестерка на оригинале. М6. Хотя была пятерка, по-моему. Блин, не помню. По-моему, шестерка была. Четверка. Это Златоуст? Да, 50-х годов, по-моему. Да, сейчас она и делает. Кузнечная работа, очень большая, дорогостоящая, получается. Плюс насадка. Это очень хорошо. Можно, блин, офигенно. Все ручная работа. В Москве такого не найти. Только на выставках и то.
топорики офигенные, мне понравились. Для металки вот этот, это грамм 800. А сколько метательный? Вот это лучше бери для металки. Уверяю вас. Кого метать? Топоры. У меня силов не хватит на него метать. Да ладно, нормально. На 10 метров легко идет. Только на 10 там надо кидать уже, вот кидается 10 метров обратно. Вот я таким даже тяжелее кидаю. И ничего, нормально. Главное то, что и металл классный, это все ручная и хороший металл. Хотя сейчас ковку тоже продают. Здесь очень удобный. Ручку, конечно, расколешь. О, блин, поход-то ходить, да? Чем? Пересадил. Офигенно. Металл классный. Паша. Уходите отсюда, не хочет, смотри. Смотри, ручная. Лени. Хорош, хорош. Оригинальный такой. Вот топорик хороший. Если надумали брать, вот берите из этих двух. Они практически одинаковые, вот это чуть полегче. Хотя, может быть, здесь вот обух, просто из-за обуха вес сыграть. Но вот эти вот топоры классные, поверьте. А потом, да, потом за эти деньги, к примеру, в интернете уже не купишь. Потому что они намного дороже. На Авито, вот на этом, на выставках они намного дороже стоят, поверьте мне. И это хорошая работа, это хороший металл, то есть тут разговоров быть не может, поверьте мне. Вот куфри классные, вот в походах то, что надо. Че, милое дело. Да мы знаем, потерять такое, ну, в походике. Вот, с пилой, в общем, только одни, блин, плюсы, только одни похвалы. И вот соответствует, я смотрю, вот это, вообще это копия NR40. Блин, классно. Даже уходить не хочется, что-нибудь не купив. Но у меня уже завтра пора. Вот шнурчик классный, мне понравился. Вот сплошные вот эти вот, с накладками. Они живучие вообще, блин. Сколько такое? Не убиваем, 2,5. Ну, вон, 2,5. Это то же самое, да, чуть короче. То есть они практически эти. Ну, кованые, да, 95-18. Да, видишь, блин. И этот вот вообще ножичек офигенный, да? И тут же прям подобрать можно. Вот они. Нож разведчика. Х-12МФ. Офигенно. Классный металл. Главное, здесь у вас все представлено. То есть вот огромная выставка, у вас здесь все представлено на двух стендах. Сейчас посмотрим, подумаем. Что-нибудь куплю на обратном пути сейчас. Посмотрим. Или хотя бы столовые. Классные ножи. Тоже ковка. Блин. Такие классные. Это подешевле, конечно, да? Ага. Но оно и металл-то, и изготовление само. 110Х18. Вот тоже классно. Изготовление мне понравилось. Это ваши, да, визиточки? Возьму я. Там на сайте потом. У вас сайт же есть, да? Вот на сайте потом посмотрю и все там потом. Сейчас приду, гляну. А вас заказывать можно, да, прямо? Да, да. Ага, то есть отсюда с Крыма? Да, или... Нижегородская область, Форсман. Ага, ага. Ага. Ну, отлично. Все, это забираем. Спасибо вам. Да. Прям расторил ты мне душу. Вот и заготовочка. О, женщина ножами интересуется. Да. Вот там кухонные. Ага. Посмотрите. Вот Паша Баранов будет смотреть. Посмотри вещи. Просто оригинальность, разновидность.
вот приемов изготовления. Спуски главное, вот на гриндере как сняты. И вот прям двусторонка эта ховка. Элмак, и это 12-я сталь, H12. А Элмакс 200-ка, порошковка. Она тоже хорошая. Пятерка. Да, пятерка, необработанная. А это ручку не чувствую. Перышки. Офигенно. Вот, смотри. Да нет, это самое, карат. Блин. Как пластилин, лепи, что хочешь. Бульстеры. Подбирай. Все, готово, блин. Офигенно. Ну, посмотрел как-то. Да? Якутята там. О, типичный, да? Это вот тема НР-40-го. Только хвостовик с насадкой. Да, блин, вот. Пожалуйста, наборчик для рукоятки. Блин. Брусок, дерево, орех. Это этот, как его, блин. Ну все. Офигенно. Спасибо вам, спасибо. Зайду сейчас, прикину, как там что. Блин, офигенно.